Привитус, амигос, вторая серия Mirror's Edge, даже не вторая серия, наверное, правильно будет сказать, второй взгляд, сейчас она, после запуска игры, она еще продолжает, видимо, подгружаться, а то и полагивать, непонятно, что с ней происходит. Так, квест номер 2, куда пойти, что поделать, базовый набор, не знаю, что это. Девочка на побегушках, вернись к пятицелову, вот это классное задание, сразу хочется им заняться. Быть девочкой на побегушечках. Рядом посылка для доставки. Да, я знаю, посылка для доставки. Я, по-моему, посылка для доставки — бесконечный квест. Постоянно спаунится в одних и тех же местах. Что это такое? Ты что ты делаешь? Решила завести дневник, все записывать. Для Аманды, как растет. Ей уже намного лучше. Да, но она еще очень слаба. Вряд ли многое помнит из поездки. Список припасов почти готов. Жар-птица все еще. А это кто такой? Нужна надежная машина. Ты прав. Я не ожидала, что это будет легко. Может, черный ноябрь поможет? Я бы по возможности не имела с ним никаких дел. У нас есть пушки. Этого хватит. Пойду проверю аварию. Ты закончишь припас. Понял. Короче, на данный момент Mirror's Edge — самая защищенная от пиратов игра из всех, что я видел. Рассказываю, в чем прикол. Короче, здесь нету даже, не то что загрузить или сохраниться, нет кнопок. Нет даже кнопки начать игру сначала. А в Sony PlayStation, чтобы купить игру, у вас должен быть подключен PlayStation Plus. Иначе игры даже нет в продажах. Ну, как я понял, я не то чтобы эксперт по Sony PlayStation, но вот... Что это такое? Секретная сумка. Вот, но когда я рассматривал вариант покупки ее на Play Store, короче, ее у меня не было. Но при этом ее в интернете как бы продают. Для плойки, значит, нужен PlayStation Plus. Такая борода уже была, по-моему, с Last of Us. Короче говоря, я сделал вывод, что в игре используется исключительно облачное хранение данных. То есть на компе вообще сохранений нет, только в Origin они лежат. Во-вторых, сегодня кинули новость на то, что... Короче говоря, игра заблокируется при смене железа. То есть, допустим, вы купили в Origin себе Mirror's Edge, дали ее своему другу, он ее у себя запустил, а игра каждый раз сохраняет данные о компе. Вот вы ее запустили, это раз. Друг запустил, это два. Потом снова запустите вы, и игру заблочит. Вот такая вот борода. Я еще такого не видел. Конечно, это удар не то что по пиратству, это... Это как бы жесть. Это самая эффективная, видимо, защита на сегодняшний день. И помимо пиратства игрового, есть еще пиратство, ну, скажем так, вот, когда игру проходят на Ютубе. Это тоже своего рода пиратство, это тоже своего рода не совсем законно и честно. Поэтому я думаю, что летсплеем на новинке осталось жить год максимум. Ну, полтора-два от силы, после чего... такой подобный контент будет либо монетизироваться правообладателями, либо блокироваться наглухо вчистую. И тогда весь поток вот этих вот летсплейщиков всяких разных хлынет в ММОшки, в различные стримить танки начнет Black Silver там, или там какой-нибудь World of Warcraft, потому что больше делать на YouTube будет нечего. Это мои прогнозы, они имеют дурную привычку сбываться, так как на канале где-то один из первых выпусков БРа, где как раз и рассказывал про защиту Динову и про то, что маленьким каналам начинающим придет хана, потому что Динову будут в будущем ставить везде. Можете откопать это видео и посмотреть. Все, это было введение, а теперь давайте посмотрим, что за задание. Вернулась? Не забывай. В этом сообществе главное твоя репутация. Без нее хоть на 3 метра прыгай. Глуповато, конечно. Позерство это все. А здорово было бежать. И время хорошее. Еще кое-что, и мы закончим. Ну и что ты говорил про доставку? Основы нашего ремесла. У меня есть небольшой пакет, его нужно доставить. Можешь взять его вон там. Вот там это где? Там? Господи, это опять флешка, что ли? Теперь все пакеты отмечаются на пульсе, так что точку доставки ты увидишь на карте. Хоть раз бы пиццу доставить дали. Обходиться адресом и своей памятью. А, две минуты на доставку, и пока я не вышел из этого круга, время, значит, тика начинает, да? Ломанулись.
Ох ты, кувырочек. Давай, 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 лошадка. Кувырочек. Ну, 2 минуты это, в принципе, до хрена. Я не знаю, сколько... Вряд ли тут надо 4 километра бежать. Воу-воу-воу-воу-воу. Вот мимо двери промахиваться не стоит, наверное. Даже не знаю, может лучше было все-таки в 2 приема по стене. Ябада-баду, сука. Да что такое? Ну еще минута целая тут. В принципе, квест времени как для эстонца дали. Я получил подтверждение доставки пакета, Фейт. Мне кажется, ты вполне готова к работе. Наконец-то. Наконец-то мы начнем работать. Так, ну я не буду бой прокачивать, потому что бой тут такой деревянный, что можно и так любого запинать. Быстрый разворот. Ну... Не знаю. Пробел, левый контур, прыжок с поджиманием ног в воздухе. Самый быстрый способ преодолеть небольшое препятствие и накопить концентрацию. Тоже не бог весть, какой полезный скилл. Я помню, в контре я помогал на ящики запрыгивать. Нахрена это здесь нужно? Хрен поймешь. И да, я тоже теперь на пульсе. Но стараюсь пореже пользоваться. Мало ли кто слушает. Так. Карта обновлена. Я думаю, что если сейчас не начнутся какие-то интересные сюжетные повороты... Базовый набор. То игру я, возможно, буду проходить на стримах. Мне кажется, что это будет более мудрое решение, чем пилить по ней... Ой-ой-ой. Пилить по ней серию за серией. Хотя и сделали. Сделал Алексей очередную крутую заставочку, но если играя... Ну, это как если бы по сериям Doom проходить тоже. То есть, да, там, ну, бредово будет немножко. Чуть такое. Шикарная авеню играть. Давай играть. На время пройти забег, ну давай. А я в прошлый раз не тут ли бегал? Дальше-то куда, ёпти? О, как она долго залезает по этой херне, это жесть. Все. Ну я не знаю, слушайте, кто эти люди, которые тут себе маршруты какие-то прокладывают, ну это пиздец полный. По этим стрелочкам бежать просто нет смысла. Посмотрите, я уже в 50 секунд. Гашетку не от... Это вообще жесть. Господи, это надо смотреть на карту, наверное, сначала, и то там не показано. Чушь какая-то, блядь, по-моему, эти задания в пизду. Опять кто-то, блядь, за 2 секунды пробежал. Ну давай, ладно, повторочку. А можно вот, бля, карту открыть просто и посмотреть, сколько мне кирогазить до этой цели-то? Так, вот смотрите, я открываю. И иду нахуй, потому что мне ничего не показывают, бред. Управляйте сетью, купите сил Вайн. Хорошо, давай сюда попробуем. Давай, 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 корова. Ай, сюда нахер. Сейчас найдем секретный маршрут. Где я, блядь, куда мне надо теперь, вообще хуй поймешь. Не знаю, как они это делают. Да ну нахуй, бредятина ебаная, я не знаю. Ну вообще без понятия, как, блядь, альтернативные маршруты здесь искать, это пиздец.
по стрелочкам, походу, бежать, это выбор вообще лузера конченого, блядь. А самостоятельно в этом, ну это надо обзадротить всю эту карту, оббегать, знаете, чтобы, блядь, наизусть выучить. Это, блядь, ну, а вот этот чувак уже вот на 2 дня, блядь, игре, а он уже, не, ну как, 2 дня игре, были же демки всякие. Поэтому, не знаю, может они на демках надрочились, но по мне это пиздец полный. Опять этот птицелов ебучий. Чё за комплекты какие-то? Если бы вот все на скорость проходили одну и ту же дистанцию по стрелочкам, а не беги как хочешь, в этом соревновательном режиме был бы смысл. А пока, блядь, когда просто либо знаешь дорогу секретную, либо не знаешь, ну какая-то в пизду соревнование. Хуйня какая-то. По моему скромному убеждению. Давайте, блядь, также Олимпийские игры по бегу проводить, блядь. Пусть там марафонцы все бегут дистанцию, какой-нибудь хуй срежет, блядь, через огород, да и нахуй. Скажет, все, заебись, я прибежал. 50 километров и 15 минут. Ну и чё, еще это будет, блядь? Как бы я просто не понимаю, что показывает данное соревнование. Умение находить короткий путь? Так вы тогда хотя бы примерно мне покажите, в какую сторону бежать. Потому что если я города не знаю, я в нем не могу просто ориентироваться. Это бредятина полная. Или, короче, я понял, эти соревнования на новичков не рассчитаны. Они рассчитаны вот, чтобы задроты, блядь, с задротами соревновались. В очко себе свою работу засунь, я, блядь, не в настроении вообще. Ничего. Что-то такое. Фон. Какой фон? Набор бегущий содержит эффекты эхо на экране развития или тега. И чего, блядь? И чего нахуй это нужно? Что это дает? Охуенно объяснили, я просто в шоке. Какого нахуй эффекта эхо, блядь? Чё такое эффект эхо? Ебанина. Да, правильно, нахуй мне что-то объяснять. Пизду, не обращайте внимания. Фон какой-то, блядь, чё это такое? Хуй просышь. Заебись обучение у игры. Это, наверное, для сетевой игры, она тут вообще есть. Игра-то эта сетевая. Пора показать, кто тут новый босс. Бум. Да, я как раз и собираюсь. Нет. Ладно. Это китайские шахматы, да, или как-то? Да. Нет! Ну как так? Как? Серьезно? Я вам не помешала? Лучше бы в нарды ебашились, ёпта. Как все нормальные люди. Этой игры в ней логики просто нет. Разберешься. Фейт раньше всегда побеждала. И сейчас могу. Так что, есть какая-то работа? Есть. Вот. Смотри. Лаборатория Элизия. Захват важных данных. Блять, Фейт в таких штанишках. Захват только прокладки рекламировать. А она готова? А давай я сама разберусь. Ты пойдешь с ней. Они замутят. Я сама могу о себе позаботиться, Ной. Как в прошлый раз. Внутрь пойдешь одна, и Кар будет следить. Итак, за свои данные они там держатся крепко. Так что работать надо чисто, понятно? Так, а нянька оплачивается? 1/3 гонорара. Нахуй лучшему бегуну работать за 1/3 гонорара, бля. Я... Решай. Ладно. Увидимся там, Фейт. Ах, да. Не потеряйся. Новый Always с крылышками. Я всегда уверена в себе. Или хочешь от него отстать? Я хочу, чтобы перестали, блядь, прогрузку уровня пихать в заставки, чтобы они не лагали. Вот что я хочу. Встретимся на точке у лаборатории, Фейт. Так. А
тебе и получше. Какая тут крыша напидоренная, смотрите, ни пылинки, ни хуинки. Бегущая, есть для тебя работа. Да-да-да. Да, стоящая, я к тебе подойду попозже. Да ёб твою ж налево. Лаборатория Элизия, высокое здание. Там на боку логотип. Интересно, а как она по канату ручонками-то скользит? У нее что там, перчатки какие-то особенные или что? Или этот канат такой шелковистый? Как новые прокладки Кефри. Я считаю, что в этой игре реклама прокладок была бы крайне уместной. Или я просто не понимаю, нахер ей белые штаны. Но снова в деле. Ну и поручил вам проникнуть в лаборатории Элизия. Я помню где-то... А, фильм «Элизиум. Рай на земле». Здесь Элизия. А, Элизия рая не вышла. Где вы должны украсть данные про новый тип энзимов? Да, не надо мне объяснять, что такое энзимы, за которыми охотятся конкуренты. Икар будет наблюдать снаружи. У вас с собой специальное устройство для взлома, его надо установить на нужный терминал, остальное делает проект. Да, короче, понятно. Надо подойти к терминалу. Тут все задания, походу, сводятся к тому, что надо подойти к терминалу и нажать кнопку действия. Тебе, похоже, сегодня везет. С чего бы? Я нашел открытое окно. Вот и проход. Что-то тут не так. У них правда такая слабая охрана? Не знаю. Откажешься? А у них правда такие слабые текстуры? А вот, что прогрузились. Что ты хочешь сказать? У тебя репутация? Но иди туда. Я не против. Подзаработаешь. А, пошел ты. И очки у тебя. Не, очки крутые. Жаль, что они такому мудофилу достались. Что это было-то, блядь? А что, уже ручонками своими цепляться за карниз не надо? Обожаю игры, где ты играешь бабами. Они, блядь, даже в играх тупые. Я просто нахуй в шоке. Фейд, я слышал про открытое окно. Может, уборщик забыл, но это вряд ли. Осторожно там. Да, конечно, это у них ловушка такая. Да? Осторожность. Делай свою работу, а Фейд сделает свою. Уже делаю. Фейд, я тебе протянул канат к окну. Соскальзывай туда. Да как ни, Южа, как ни где-нибудь. Я там. Отлично. Я тут, вот ты там. Там еще могут быть сотрудники, кто-то поздно работает. И Вау. Крюгерцев берегись. Ничего себе, вот это офис. Google, наверное. Вау. Осторожно. Внизу большая движуха. Директорские машины. Везде охрана. Что? Это нравится все меньше и меньше. Мы закончим, все нормально будет, Ной. Ага. Надеюсь. Не, ну после 35 миллиметров игра на ура заходит, хочу сказать. Сочная, красочная, быстрая, блядь. В этом, в 35 миллиметрах чувак бегает с такой скоростью, с которой обычно ходят в играх, понимаете, в чем дело. Тут странное, конечно, дизайнерское решение, что из стены торчат вот эти вот хуёвины, да, с которых тупая баба не может, блядь, никуда запрыгнуть. Дизайн помещения вот с точки зрения... Ну, может, это стиль будущего такой, не знаю. Что, куда дальше-то, ёпта? А, о, нифига. Чего? А, вот по этой... О, ничего себе. Утрись, Нейтан Дрейк. А если бы у нее еще веревка была, как у Нейтана, это был бы вообще номер. Да, тут пока будешь лететь всяко от страха, успеешь обосраться. Не то, что обосраться, так еще и подтереться успеешь, ё-моё. И вытряхнуть. Когда
найдешь лифт, ты можешь пролезть вверх по шахте или проехать. Да, и ездить на лифте — это наш метод, именно так трейсеры и делают. Именно так делают нормальные курьеры, когда нас что-то достать, вызывает лифт. Они даже спрашивают, у вас лифт есть? Я отправила запрос 3 дня назад, мистер Крюгер. Будет рассмотрен. Еще? Еще у нас мертвая тупая пизда в шахте. Еще теплая. Я не понял, нахуй она там раскачивается, если не надо прыгать. Че она вообще туда залезла? Ебанутая, бля. Центуриан Ярдс какой-то, блядь. А, лифт, наверное, поедет сейчас. У лифта зачем-то турник такой снизу, вообще вот просто вот он. Он сделан для того, чтобы там вот реально цеплялись и катались, походу. Там говорилось о каком-то царстве. Попадались эпически сомнительные моменты. Ёб твою. Сейчас у Фейт желтенькая по голяшкам заструится. Вы посмотрите на эту высоту. Бля, там потолок есть у этого здания? Алло. О. И здесь тоже, естественно, забыли закрыть. Наверное, тоже уборщик. Тот же уборщик, который окно забыл закрыть. Закрыть за собой вентиляцию. Я пробралась в сельхозотдел. Сельхозотдел? В этом небоскребе, блядь, в пентхаусе сельхозотдел? Нет, я закончу дело. Тут, наверное, как в Интерстелларе, блядь, продукты стали на вес золота. Все равно ведь не отступишься. Икар, сообщай о происшествиях снаружи. Фейт, ты теперь ищи офисы. Нихуя. Адидас! Спонсор забега. Просто у меня... Я теперь уже немножко очкую рухнуть вниз. Жаль, не показывает, как ее мозги, блин, там внизу забрызгивают эти кристально белые стены. Что это Габриэль Крюгер замышляет вместе с семьей Мартел и Элизием? Air Max. Чем меньше мы об этом знаем, тем лучше. Информация — это сила, Ноль. Кому как? Что? О, вот в Alien Isolations была бы такая скорость, да, от Джорика бегать. Пока я там засидел. Новый энзим, какая-то питательная добавка, заказ Рапосы. То есть вот прикиньте, если бы был такой скоростной паркур, и при этом за вами кто-то гонялся. Это был бы совершенно другой уровень геймплея. А так просто ты, блядь, не знаю, на интерес. Ну, можно быстро бежать, но иногда на время. Нет никакой вот этой интриги. Ничего, скажем так, жопу не щекочет. Любому терминалу в зале 4H. Дальше все сделает устройство. Найдите зал 4H. А что, не подписаны, может, где-то? Посмотри, это рекордер. Я вроде как веду дневник о нашей поездке. Когда мы уходим, мне лучше. Скоро. Но добрый путь не близкий, и нам надо как следует приготовиться, чтобы не блуждать голодными в серых землях. Интересно, там правда так плохо? Честно говоря, Ваня, я думаю, что даже хуже. Но мы там не пропадем. А что мы будем делать в Авроре? То же, что здесь? Бегать? Блядствовать? Хуже, там нам всем будет лучше. Нам тоже блядовать бы. Я давно этого жду. Когда-нибудь я буду как ты. Ты будешь лучше меня. Эй, а что случилось с той девушкой, с татуировкой вокруг глаза? Она же тоже быстрая? Ее зовут Фейт. Она... Ее взяли Крюгерсек. Фейт не переводится как вялая. Фейт переводится как... В смысле, как вера. Фейт переводится как увядание. Я еще зайду позже. Фейт завявшая. И почему аудиозаписи про Фейт лежат здесь? Да, блядь, так иди нахуй, найди, потому что я нихуя его здесь не вижу, умник обоссанный, блядь. Это пиздец полный. Куда прыгать, чё бежать, чего, блядь? Что, куда это говно показывает? Наверх, блядь. А как мне туда залезть-то?
вот этого говна, что ли? Прикольно, у него кроссовки это скрипят натурально так. 3G. Тут, наверное, интернет создают. Ой, блядь. И что? Тут высота-то высота. Это компьютер такой? Хуя все. У терминала. Запускаю устройство. Отлично. Захват подтвержден. О! Ну, Сэм Фишер здесь. Кто-то еще. На бегущего не похож. Фейт, уходи уже оттуда. Извини. Но я схожу проверю. Кто взорвался? Ладно, буду ждать и надеяться, что ты уйдешь целый. Если бы я... Если бы... Фейт, тебе не надо мне ничего доказывать. Да, там вообще какой-то ниндзя. Смотри, сейчас звезду в лоб схватишь, да и все. Даже не поздоровается. Ну что, будет миссия с погоней, с крутой, эпичной, не? Этот сектор не похож на другие. Да, тут МРТ делали. Подожди, давайте посмотрим. МРТ. Головного мозга причем. Брат, плохо слышно, брат, перезвони. Загрузка, лаги, да. Вон у него и мачете за спиной, а базари ниндзя какой-то. А он что-нибудь видит в своей бинокле? У нас что за... Маэра, включайте тревогу. Разберись. Это директор Маэра. У нас синий кот. Доктор Хилл мертв. Хочу посмотреть, как она с ним что? Разберется. Как это заблокировано? Разблокируйте, черт возьми. Введите мой код. 770. Ставлю на ниндзю. Не, что-то ниндзя, походу, всаживает, смотри. Стой! Он мне нужен живым. Что он там держал? А что это с ним? Он съел капсулу смерти? Цианид. Обидно. Обидно, что за столько лет ничего нового не изобрели. Где эта штука? Ты в глаза ебешься, тут больше ничего нет на полу. Останови ее. Блять, она еще и бегать быстро умеет. А если бы эта кнопка не сломалась от твоего бабского удара? Потом, мне нужен выход. Да, я мобилку отжала. Ух ты нахер. Да, звоните стекольщику срочно. А пользуйтесь атаками на ходу, чтобы... На комплекстера. Да я помню, что ли, как это делать. Концентрация позволяет вращаться от пуль. Ой, блядь. Сука, как их парашютировал, а? Да-да-да-да-да, блядь, ухожу, заткнись. Икар, помоги, если можешь. И у Фейт сейчас будут шрамы охуенные. На, по-явлинскому. Щемимся. Дороги, сука. Попадают, твари, попадают, блядь. Фейт, я тебя вижу.
спускайся на этаж ниже, я тебе брошу трос. Да, нахуй, тут стекла, бля. Трос можешь свою в очко себе бросить. Бля, ёпта. Уходи оттуда. Да ухожу, ухожу. Ухожу нахуй. Вау. Она ушла, Ной. Не будь там меня. Отлично. Оба возвращайтесь. Отлично, у нас есть айфон чей-то отжатый. Да это не я, это сам Фишер. Сколько лет говорил, мы не работаем против Крюгерсек. И что ты сделала, как только вышла на свободу? Кому я объяснял? Мне некогда отвечать, я бегу. У меня отдышка. Икар, что там у тебя? Ну что, летим с дедалом. Да я сама их встряхну. Чё? О, еще что-то скрысил. Еще документик какой-то, плюс 25. Документы в тубусе. Да что же у нее скольжение-то такое? Ей надо какие-нибудь прокладки какие-нибудь скользящие срочно. А то она что-то на жопе ни хрена не едет. У нее жопа, наверное, так же шершавая, как ананас. Мне кажется, ты нравишься Догану. Другой давно был бы. Нравится, что Догану. Я думаю, Фейт, блядь, всем пацанам нравится так-то. Миниатюрная, шустрая, с жопой, с такой. Чё ещё надо-то? Ух! Ну ничего, побегали, постреляли, нормалёк. Ну давай, хорош лагать, хорош, хорош, давай уже. Я тоже тебе рада. Такими темпами ты и месяца не проживёшь. Хорошо то, что хорошо кончается, глянь-ка. Айфон, ёпты, пятый, смотри. Это не местное. Как и парень, у которого это было, он погиб за эту штуку. Может, хватит, чтобы с Доганом рассчитаться. Ага, или всех нас похоронить. Фейт, всё, что связано с Габриэлем Крюгером... Ёп твою мать, какие лаги у этой, сука, заставки. Я думаю, это лучше вернуть. Вернуть? Крюгер видел тебя? Ты чё, это вертак? Только силуэт. Там ведь было темно. Слушай, я подумала, это всё будет... Нет, кстати. Ты не подумала, Фейт, как обычно. Черт. Надо теперь сообразить, что с этим делать. А ты, дорогая, постарайся пока не умереть, ладно? Я тебя уже терял. Фу. Не бойтесь, я тут. Охраны нет. А как насчет спасибо сказать? Пойду посплю. Держи в курсе, ладно? А многие спрашивают, запиши Quantum Break. Quantum Break вот весь такой, он будет лагать просто как сука последняя. Там нужна, блядь, GTX 1080 уже. А лучше две всли. Интересно, сколько эта карточка стоить будет, когда она наконец-то до России матушки доедет. На 970-й скоро игры будут писать невозможно, походу. Ну посмотрите, какой пиздец творится. Подожди, милая, мне закончить надо. Кэт! Вы где? Девочки, сюда. Здесь вы в безопасности. Не шевелитесь. Играть можно на 970, не вопрос. Во всем можно. Страшно. Но записывать... Отпустите нас, Крюгер! Надо проблемно. Надо сотрудничать, доктор Коннор. Я этого не хотел. Мам! А что это? Это, бельчонок мой, твое будущее. Татуха твоя, бельчонок мой, будущее твоя. Смотрите, на какой подушечке она спит. Все ради осанки. Нормальная осанка у этой засанки. Давай уже, хорош лагать. Чем длиннее заставка, тем походу он больше лагает. Лучше бы как в первой части, блядь... Комиксы свои показали, Фейт, да и нахер. У меня для тебя кое-что есть. Намат? Ты где? У меня есть один мод, который должен сработать с твоим пульсом. Я послал тебе копию. С его помощью ты пройдешь через вентиляторы в Зефире. Опробуй его и приходи ко мне. У нас тут проблема.
Ничего не понял, что ему надо. Почему-то вот именно в этой квартире лаги начинаются. Не знаю почему. Во всей игре все нормально, только здесь вот, блядь, просадки какие-то ебанические. Тут, сука, место, походу, заколдованное какое-то. О, бля. Ну, может, в код фиксах каких-то исправят, я не знаю, но... Ёпта. Отлично. Спасибо, Номад. Я уже в пути. Я знал, что тебе понравится. Да, зачем нам кондиционер? Приной группа вела себя тихо, постепенно нарабатывала репутацию. Сейчас, небось, все изменится. Внутри периметра обнаружили. Пошел нахуй, придурок. Ничего, катапультировал. Был пехотинец, стал десантник. А-а-а, сука, шутка дня. Так, я на позиции. Буду ждать тебя там. Забег Номада. Фейт, ты где? Привет, Ной. Фейт мне кое с чем помогает. Нахуй. Опять? Забег Номада. Что там еще? Извини, подробности лучше не знать. Но это для хорошего дела, честно. Честное слово, дурдом какой-то. Фейт, как закончишь, приходи ко мне. Да, такое чувство иногда, что ты какой-то проституткой играешь, блядь. Там дело, тут закончишь, приходи туда, приходи сюда. Может, у меня уже начнете это... Может, мой папочка будет катать меня уже на машине, блядь, а? Дайте хоть с одним квестом закончить. Они, блядь, еще дают, еще. Вот, блядь, вот есть перк быстрее по трубам лазить? Потому что, ну, вот, трубы реально тормозят. Так, а тебе что-то надо? Номад. Такие у всех погоняло прям просто вообще. Вот прямо сейчас мне пишут, внимание, высокая загрузка ЦП. А я, блядь, просто стою, нахуй, ничего не делаю. Чё с этой игрой? С помощью отправленной вам Номадом программы вы сможете пробраться через вентиляторы у станции Зефир. Кроме того, Номад явно задумал очередной план, связанный с конгломератом. А втягивать у вас неприятности, это по его части. Поговорить с нами, значит, чем он задумал. Чё задумал, Номад? Так что случилось? Чё надо, Игиловец, хуй. Наткнулась на Крюгера. Слухи ползут? Ага, слушай. Крюгерсек говорят, что будут прижимать бегущих как следует. Они ставят огромные антенны по всему городу. Да их бы самих прижать. И я о том же. По-моему, Крюгерсек очень огорчится, если кто-то сломает их антенны. И этот кто-то, конечно же, я. Я бы сам справился, но ведь боец у нас ты, Фейт. Ладно. Только Ноя впутывать не будем. Конечно. Я отсюда присмотрю. Угу. Иди сходи-ка поломай антенны по всему-то городу. Но смотри, не получи. Ты прикладом в бороду. Вау. Вау, вау. Здесь знаете, что не хватает? Музыки здесь не хватает, блин. Такой мазёвой. Потому что та музыка, что здесь есть, она какая-то, ну, блядь, унылая. Вот и дурачок, бля. Да, конечно, он чуть через стену стреляет. Сейчас мне дамаг прописали, хотя она стояла ко мне спиной. Немножко Armored Warfare в Mirror's Edge, ёпты. Все, дамаг, я у антенны. Теперь если... Ёпты, туда руку-то страшно сувать. Все, получилось. Как в мою бывшую. Нет, 1-0 в пользу хороших. Хуйня какая-то, короче, квест. Скорее уходи, Фейт. О. Ну просто игра-то не про драки, а тут заставляют прям вырубать. Тебя уже нет. Прям пачками вырубать солдатню. Почему здесь не переждать, например? Тут меня не видно.
Фейт, уходи от сканеров, тогда сможешь оторваться. Я поняла, не тупая я, ёпта. Да, не знаю, если эту игру стримить, она как вообще лагать? Лагать тогда-то будет, наверное, еще жестче. Уходи от сканеров. А я что только что, блядь, сломал? А, я антенну сломал. Ай, блядь. А, тут нормально. Ты у меня палит-то. А, ну просто посидеть, не бегать. Хорошо. Я думал, может, тут по заветам Assassin's Creed надо сныкаться в каком-нибудь ящике. В телеге с сеном. Че? Че за звуки? Как будто тут что-то пилят. А что вот это такое желтое? Что-то я их собираю, но... Утечка сети плюс 10 опыта. А, ну понятно, это хреновинки, которые надо собирать для бонусов, для плюшек. Походу надо эту игру в 30 FPS писать. Что-то она сейчас вообще ебанически лагает. Не знаю, что с ней. Нехеровый экранчик. Тут можно прям, не знаю, трансляцию чемпионата мира по футболу смотреть. Тут с табуреткой прийти и с пивом и сидеть залипать. Смотрите, какое качество картинки. Наверное, вот из-за этой картинки просадка и идет сейчас херенная. Ладно, короче, будем думать. Буду думать над продолжением, каким образом продолжать эту игру. В конце концов, стримить сейчас тоже вроде как нечего. Может быть, имеет смысл постримить приключения Фейта и ее команды. Может и не имеет. Можете написать по этому поводу, что вы, собственно, думаете. Так что, не то чтобы все мнения будут учтены и засчитаны, но вдруг, мало ли, повезет именно вам. Так что что-нибудь жмите, что-нибудь пишите и все такое.